Трансформеры. Предатель. Какой триумф современной науки! Эти электроблоки решат все энергетические потребности Земли! Но пока мы их не стабилизируем, они могут взорваться в любую минуту! О, в чем дело? Десептиконы! Обожаю вскрывать подарки! Эти электроблоки будут прекрасным подарком Мегатрону! Нет, стой! Мы все взлетим на воздух! Отойди немедленно, скандалист! Мегатрон? Электроблоки слишком хрупкие для твоих чудовищных лап. А я хочу сохранить их, чтобы потом с их помощью уничтожить автоботов. Как вы не понимаете, что это опасно? Если один из них взорвется, может начаться цепная реакция, и тогда Земле конец. Эй, вы слышали, что сказали люди? Будьте предельно осторожны. А теперь, чтобы никто больше не смог создать других электроблоков, скандалист, уничтожь здесь все! Приказ выполнен, могущественный Мегатрон. Тогда возвращайся на базу, и мы откроем первую страницу в книге «Владычество Десептиконов». Отличные новости, Прайм. Я нашел пропавшие электроблоки. Молодец, Скалолаз. Где? Там, где вчера патрулировал Мираж. Не может быть. Я бы обязательно их заметил. Может, ты и заметил, но решил промолчать. Прекрати, Скалолаз. Сейчас не время. Нам нужны электроблоки. Автоботы, трансформируемся! Что ты медлишь, Мегатрон? Если бы я был главным, то энергия из электроблоков была бы уже перелита в энергокубы. Но ведь главный-то я, скандалист. А до тех пор, пока я во всем до конца не разберусь, я не могу рисковать взрывом электроблоков. Где же твое хваленое мужество, мой Мегатрон? Чтобы работа получилась, ты должен попробовать сделать ее. Вот так. Придурок! Ты всех уничтожишь! Ты всех уничтожишь? О, храбрый Мегатрон! Может, настало время пересмотреть твою кандидатуру, и Десептиконам пора подыскать себе нового командира? Зарядка прошла успешно! Говоришь, успешно? Посмотрим! Это уже слишком, скандалист. Ты мне заплатишь за свою беспечность. Вон там, в той долине. А Мираж там ничего не нашел. Автоботы, трансформируемся. Прямо над нами Десептиконы. Хорошо, автоботы, выносите электроблоки. Автоботы атакуют, приготовиться к контратаке. Отлично! Теперь я избавлюсь от автоботов раз и навсегда.
Здесь неподалеку инсектиконы, прикажи им атаковать. Есть, Мегатрон. И еще, Бархан, скажи им, что у меня есть для них особое вознаграждение. Сюда, автоботы, вперед! Постарайся определиться, на чьей ты стороне, Мираж. Лучше займись десептиконами, скалолаз. Этим-то я и занимаюсь. Электроблок. Иди к папочке. Не так быстро, папочка. Тебе что, никогда не говорили, что нельзя брать то, что тебе не принадлежит? Эй, Оптимус Прайм, лови его! Оптимус Прайм? Где? Бедняжка скандалист! На этот раз у тебя ничего не получилось. Что-то я не почувствовал. Тогда получи еще. Не торопись, автодрянь. Мне помочь. Отдай электроблоки, Мегатрон. Они не твои. Если они у меня, значит, я их хозяин. Ты проиграл, Оптимус Прайм. Близится твой конец. Никогда ты и автоботы не смогут мне помешать править Вселенной. Замазал жучок. Стой, электроблоки, они же взорвутся. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Электроблоки, спасайте их и забудьте про автоботов. Отойдите, придурки, я попробую погасить огонь. Мираж, ты можешь трансформироваться? Думаю, что смогу. Мы не можем сражаться около электроблоков. Возвращаемся на базу. Автоботы, трансформируемся! Уезжаем! Мы вернемся, Мегатрон, не сомневайся! Мы подождем вас! Еще парочку поворотов ключа, и ты будешь как новенький, Мираж. Мы бы вчера захватили блоки, если бы Мираж вовремя сообщил нам. Я уже говорил, их там не было. А я говорю, были, а он промолчал. Перестань, скалолаз. Пока нет доказательств обратного, я буду верить Миражу. А теперь отправляйся обратно и следи за десептиконами. Если они решат перевести эти блоки, немедленно сообщи мне об этом. Можешь на меня положиться, Прайм. А теперь отдохни немного, Мираж. Я к тебе еще загляну. Мне не нужен отдых. Каких-то два энергокуба? Мегатрон думает, что этого достаточно. А сколько ты хочешь? Ну, у Мегатрона их намного больше.
А, так я и думал. Мираж помогает Десептиконам. Я же не могу выстрелить в автобота. Но ведь Мираж больше не автобот. Отлично! Мой план уже работает. Сначала Десептиконы награждают нас, а потом грабят. Мы вернем наши энергокубы с лихвой. Пора менять диспозицию. Надо доложить Прайму о проявлении инсектиконов, но сначала я разберусь с Миражом. Но где же он? Похоже, я не один. Это точно! Вот и настало время вспомнить старых друзей, так? В кого это ты стрелял, скандалист? В шпиона автоботов! Очевидно, ты промазал. Зато теперь не промахнусь. Они стреляют в нас. Это ловушка десептиконов. В атаку! В атаку! В атаку! Мне пора спрятаться. Ты Мазила! Сам такой! Не думай об автоботах! Займись вот этими! Эти жадные мелочные букашки хотят украсть мои электроблоки! Я их раздавлю как блок! Десептиконы, в атаку! Десептикон готов, но не уничтожен. А этот как здесь оказался? Я его уничтожу. Нет, подожди, он нам пригодится. Я ввел ему капсулу, и теперь он будет повиноваться только нам. Встань, раб автобот. Целься. Огонь! Молодец, у тебя хорошо получилось. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. А когда я вернулся в мастерскую, Мираж исчез. Я могу продолжить твой рассказ. Мираж работает на своих друзей, Десептиконов. Ты опять наговариваешь на него, скалолаз. Но я сам видел его. Он доставил им два энергокуба прямо на склад. Но где же Мираж достал энергокубы? Я не знаю, но Мираж предатель, и мы должны непременно строго его наказать. Но только не забывайте, что сначала мы должны вернуть похищенные у нас электроблоки. А потом... Когда мы найдем Миража, мы с интересом его послушаем. Автоботы, трансформируемся! Поехали! Огонь, Мира! Отличный выстрел! Новая игрушка, бомболет. Жаль, что тебе не придется в нее долго играть.
Итак, двух энергокубов вам было недостаточно. Вы решили стянуть наши электроблоки. Не совсем так. Ведь вы украли их у нас. Откуда такая бредовая идея? Эмблема десептиконов лежала там, где были наши энергокубы. Так вот в чем дело. Этот автобот сорвал ее с меня. Хотя тебе это будет тяжело, бомбомет, подумай. Как дважды два четыре, это была проделка автоботов. Ты нас не обманешь. Мы нужны тебе, чтобы избавиться от автоботов. Может, потом ты нас дочисто ограбишь, но не сейчас. Десептиконы, опустите оружие. Инсептиконы, прекратите огонь. Нас обманула эта консервная банка. Ты за это заплатишь, автобот. Нет, бомбомет. Зачем убивать отличного раба? С его помощью я смогу окончательно уничтожить автоботов. Соглашайтесь. Это очень странно, Скалолаз. Ты говорил, что инсектиконы и десептиконы здесь. А их здесь нет. Я уверен, Прайм, я видел их. Он прав. Я их разогнал, они все разбежались. Ты лжешь, предатель! Нет, я хочу его выслушать. Мираж, Скалолаз говорит, что ты принес десептиконам энергокубы, так? Да, я их взял, чтобы инсектиконы подумали, что их украли десептиконы. Так, так. И дальше? Они стали сражаться. Инсектиконы бежали, а десептиконы за ними. Теперь мы можем забрать электроблоки. Не верь ему, Прайм. Мои датчики говорят мне, что это ловушка. Возможно, но мы это выясним. Автоботы, трансформируемся. Нужно забрать электроблоки. За мной! В укрытие! В укрытие! Предатель, я покажу тебе! Встань, автобот, и уничтожь своего друга! Встань! Встань! Я приказываю! Ну ладно, я сам это сделаю. Но сначала я тебя разрежу на кусочки. Ты свою отслужил. А я не верю, что автобот может пойти против своих товарищей добровольно. Что это? Что-то обнаружил, Храповик? Да, Прайм. Он был невменяем. Бомбомет управлял им с помощью этого. А, так Мираж не предатель? Я не хотел ничего делать против друзей автоботов. Это все из-за... Мы знаем, не волнуйся. Проехали, Мираж, забудем. Поставь его на ноги, Храповик. Похоже, Мегатрон снова собирается напасть. Я попробую забрать электроблоки, а ты прикрой меня. Но Мираж ранен. Ничего страшного. Вперед! Не двигайся, или тебе конец. Ты проиграл, Мегатрон. Да, похоже на то. Но эти электроблоки не будут принадлежать никому. Отступаем! Отступаем! Автоботы, трансформируемся! Уходим!
мои электроблоки, они были мои, мои. Простите, потеря электроблоков нанесла тяжелый удар по вашим исследованиям. Мы сделали все, что могли. Цепная реакция не возникла, и Земля не уничтожена. Благодаря вам и остальным автоботам, Десептиконам не удалось достать энергию из блоков. Ну вот, это заделает дыру от капсулы Десептиконов. Эй, Мираж, я должен кое в чем признаться. Да? Ты о чем, скалолаз? Подвинься. Эй, что случилось? Я думаю, что у меня в голове дырка, которую тоже надо заткнуть. Ты прав. The Transformers will return after these messages. Перевод Кирилла Болотова, инженеры видеомонтажа Игорь Кириллец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Киоффе, текст читали Галина Престенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.